Кусь, кусь, кусь за пальчик. Спасибо тебе большое. Теперь я, Фокси. Ты подчиняешься мне. Иди, убей охранника за меня. Мой хелпи пропал. Я же его сюда сбрасывал. Чувак, ты взял моего хелпи, по-любому ты. Да вы прикалываетесь, да подождите, хочу домик. Во, во, почти получилось. А-а-а. Вот, теперь все работает. Во! Это еще что было? Эй, воу-воу-воу, что это было? Их что, две, что ли? Всем багагашечки, друзья и гости моего канала. Всем море приветов, Нептун здесь. И это юбилейная 20-я серия FNAF VR. Я тебя тоже с этим поздравляю, Glitchtrap. Ты сегодня стоишь уже в 20-й раз у меня здесь. Ну, как? Стоишь-то ты здесь... впервые так близко. Изначально ты был вообще вон там, за дверью. И еще у меня, помните, в финале вот 19-й серии, там был Хелпи. Вон там. Но я отлучился, значит, туда, в меню призов, купил своего игрушечного Хелпи, хотел показать настоящему Хелпи. Вот так, типа, привет, как дела? Вот так, типа, привет. Но он исчез. Тот Хелпи за монитором, который стоял, он исчез. Ну, ладно, вместо него будет стоять вот здесь. А, чёрт, чё прыгаешь-то? Ладно, пусть лежит. Значит, друзья, в этом видео что мы будем делать? Во-первых, погнали в кошмарный режим. Сегодня мы будем ремонтировать Фокси, непременно. И, возможно, пройдем вентиляцию с Мангл. Тут еще какой-то есть секретный режим. Я не знаю, как его открыть, ночные ужасы, возможно... Нужно все режимы пройти, и только потом откроются ночные ужасы. Это пройдено. Высохший пройдено на всех сложностях. FNAF 3 пятая ночь пройдена. Темные комнаты все тоже пройдены. Реально, вот и все. Мы почти все уже здесь прошли. Остался вот ремонт Фокси и Мангл, да. Именно сегодня этим и займемся. Хо-хоу, да, Спрингтрапи? Ой, какой Спрингтрапи? Ты у нас Glitchtrapi? Погнали к Фокси в гости. Он меня явно заждался. Давай, 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 давай. Мне уже не терпится его починить. Гоу. Что меня ждет, что меня ждет, что меня ждет, что меня ждет? Вау! Parts and Service. Foxy has been out of commission for quite some time. This series of simple repairs should return him to full working condition. Что это за огненный Фокси? First, carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. Так, голова Фокси. Чувак. Ты представляешь? Ты горишь! Ты горишь! Вау! Вау, 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 вау! Я хочу тебя забрать, голову, подожди. Наешь! На шестеренку. Ему плевать. Тут прям мониторы есть, и тут все горит. Я стою просто на лаве, смотрите, на раскаленной лаве. Чувак, на, погрызи. Так, ладно, что нам нужно делать? Я забыл. О, помнишь молоток? А почему нельзя разбить? Это же огненный Фокси, его нужно разбивать. Так, я мало так... Я вообще все выкинул здесь. Глаза. Какие тебе нужны глаза, чувак? Давай зеленый. Ой. Я что-то сделал не то. Ему не нужен был зеленый глаз. Сейчас он меня и грохнет. Ну, что поделать. Я старался, немножко ошибся, я просто был ошеломлен окружением. Я впервые увидел себя где-то в горящей лаве. И поэтому немножко забыл, что нужно делать, и ничего и не читал. Фокси, ой, какой Фокси, боже, кексик. Кусь, кусь, кусь за пальчик. Спасибо тебе большое. Так, иди-ка сюда, моя голова. Бум. Все, понял. Теперь я, Фокси. Ты подчиняешься мне. Иди, убей охранника за меня. Скажи, тебя прислал Фокси Нептун. Оу.
Привет. Ай, нечаянно уронил. У меня нет крюка. У меня будет шестеренка вместо крюка. Ты. Все правильно? Правая рука, да? Окей. У меня шестеренка вместо руки. Ну, короче, вы поняли, прикол? Держи. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Он говорит, типа, вытащите один. Да тут только глаза. А, вот здесь. Нам нужно вставить предохранитель, видимо, в ноги. Какие там? Все красные. Вот это. А чё они цвета мигают? А чё они меняют цвета, друзья? Это вообще законно? Плюс-минус. Ну, как-то так, наверное. Так, тихо. Тихо, чувак, жди. Подожди. Да не дергайся ты, ну в самом деле. Good job. Да. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder. It is recommended that you keep an eye on Foxy. Постоянно следить за Фокси. Хорошо, буду знать. Oh, no. Oh, нет. Looks like a former employee attempted to repair Foxy's chest motor using an incorrect fuse. Так, неправильный предохранитель. Ага. Incorrect fuse from Foxy's chest and insert it into Foxy's upper arm receptacle. Так, из груди на плечо. Вон туда, да? А как мне достать? Фух, фух, получилось, получилось, получилось. Так, плюс к минусу. Подожди, подожди, так он же не подойдет. Тут же какая-то синяя еще мигает полоска. Или мне нужно момент подождать? Все, я понял, нужно подождать момент, когда оно будет гореть в правильном последовательности. Это, блин, непросто сделать. Так, давайте подумаем. Оно мигает некоторое время, потом оно, видите, вот здесь? Нет, не здесь, вот здесь. Да... А нормальных нет? Well done. Да, получилось. The remaining chest fuses are located in drawers number 2. Так, 2 и 4 ящики. Fix both fuses to continue. Так, 2 и 4, да, ящики? А тут нет номер 2 и 4, тут все ящики номер 1. Гребаный странный кошмарный режим, вы меня путаете! Вот ты меня путаешь конкретно! А еще ты меня пугаешь. И прикол в том, что мне нужно за ним следить постоянно. Если я отвернусь надолго, он просто убежит. И потом меня грохнет. Так, что там у тебя? Ага. Зеленый по центру, красный по краям. Вот, наверное. Та-дам! Е-е-е, получилось. Так, что там внутри у тебя? Сверху плюс, снизу минус, значит... Синий сверху, красный снизу, зеленый посередине. Есть такое? Так, синий... Ну вот, наверное. Синяя, красная снизу и зеленая посередине. Плюсик наверху. Сейчас будем аккуратно вешать Фокси этот предохранитель. Good job. Retrieve Foxy's eye from drawer number 3. А что у него выпало-то? When Foxy's eye patch is fully open, place the eye back into his eye socket. У него выпал... Он родил предохранитель, друзья. Вы это видали? Он только что родил предохранитель. Так, а какого цвета у него глаза? А, ну они должны быть одинакового. Но это явно не красный. И не зеленый. Это тоже красный, да? Вот он, нам нужен желтый. Вот желтый подойдет. Тихо. Да не верти ты башкой. Well done. Да, получилось. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е-е-е.
Получилось, мы офигительно починили Фокси. Вставили ему глаз в пустую глазницу. Я, конечно, немножко поподыхал, зато я смог надеть его маску. Я был настоящим Фокси. Малышка моя. Кучу-кучу-кучу-кучу. Возвращаемся в менюшку, друзья. И наш старый друг вообще перестал мне махать. Он просто тупо стоит. Меня напрягает, когда он так стоит. Причем он не просто стоит, он тупо стоит. Никаких ништяков я тут не вижу. Мой хелпи пропал. Я же его сюда сбрасывал. Чувак, это ты взял моего хелпи, а? Ты взял моего хелпи, по-любому ты. Я его сюда принес, я потратил, блин, монеты, чтобы его купить. А ты взял и моего хелпи спер. Ну, надеюсь, что это ты. Хотя нет, лучше не надо. Если я знаю, что он что-то у меня спирает, значит, он может что-то еще у меня украсть. Короче, давайте. Мы сегодня должны поиграть с кошмарный мангл. Ремонтируем вентиляцию вместе с кошмарный мангл. Бррр. Ладно, тихо. Что тут, интересно, кошмарного будет, а? Это любопытно, кстати. Вот так-то лучше, да? Примерно по размеру. Можно покрутить здесь, покрутить там. Воу. Да что? Боже! А чё? Подождите, а разве так было в оригинале? Охренеть, меня тут только что распердолили. Подождите, в оригинале же там что-то он говорил нам. И как я должен подсветить? У меня же фонарика даже нет. Фонарик мне дайте. Включить меня. А, все, вот. Вот, теперь все работает. А! Это еще что было? Эй, воу, что это было? Их что, две, что ли? Их две. Это гребаный мангл, две штуки. Берите хоть блин оптом, забирайте все. Две мангл, одна нормальная, другая. Какая-то черная. Что делать-то? По стрелке идти? Блин, мне страшно. Эй, воу, тихо. Я не знаю, что мне... Я забыл. Так, ладно. Так, тут нужно последовательность правильную соблюдать. Последовательность какая? Красная, зеленая, красная, синяя. Красная, зеленая, красная, синяя. Кыш! Красная, зеленая, красная, синяя. Во, получилось. Я что-то сделал. Что-то где-то я открыл. А. Ха-ха-ха-ха. Прощайте, мерзкий мангл. Или нет? Они еще не уходят, ладно? Что делать? Куда топать? Включил я вентилятор. Можете меня с этим поздравить. Да подождите, я не понимаю, что от меня хотят-то? Зеленая лампочка, окей. Тут тоже зеленая, тут что-то где-то не горит. Что-то нужно, по-моему, где-то здесь нажать. Да-да-да, нужны рубильники. Слишком много пара. Уху! Так, слишком много пара. Охренеть, реально, когда я впервые увидел, что их тут две, а одна какая-то черная. Вон, видали, черная страшная? Какая-то шахтерская мангл. А ты куда лезешь, а? Я тебе что, бесплатный обед? Так, куда нажимать?
Так, подождите. Что-то здесь, по-моему, да? Тихо! Они такие... Оно такое сыкло. Блин. Чё, куда нажимать-то? Какой-то рычаг? Где-то что-то... А! О, неужели? Нашел. Мне ничего никто не говорит же. Что нужно делать? Идеальные 72 градусов. Отличная работа. Увидимся в другое время. Фух, что-то я немножко продрог. Было стрёмно, вот честно, было стрёмно. Мне еще никто ничего не говорит. Во! По-моему, здесь кексика не хватает. Надо ему, точнее, ей такой большой кексик, бам, поставить сюда. Тебя, конечно, наверное, придавит. Эй. Давай. Пу. Катапульта, пу. Тихо. Пу. Тик-тик-тик-тик-тик. Блин, забавно с ними так играть. И вот мы снова здесь, в нашей волшебной чудотворной менюшке. Моего хелпи все еще нет. Глич-трап тоже куда-то убежал. Но я так и не нашел монетки. Вроде бы я смотрел в разные стороны и обращал внимание, но больше ни кассет, ни монеток я не находил. Где что я пропустил? Напомню, что у меня 8 из 10 кассет. Где-то я 2 штуки... пропустил. Давайте посмотрим, все ли правильно. Да, вот, видите, здесь... Или почему здесь 10? 3 кассеты мне нужно найти. Я думал, их всего 10. Какой я наивный. В общем, нужно еще 3 кассеты найти. И всего, значит, 15, правильно? 14... Нет, подожди. 16 кассет выходит, да? Кстати, глич-трапы здесь нет. Как-то однажды я помню, видел, что он был даже здесь. Вот в комнате с кассетами стоял глич-трап позади меня. И махал мне рукой. Ладненько. Во! Вот это я понимаю. У нас тут пирушка намечается. У-у-у, ща бухать будем. Так, деньг. Типа, дзынь. Хорошо. Ну, это типа, вы понимаете, да, что это безалкогольный напиток? Ты чё его съел, дурак? Чё, закусим стеклом? Ну, нормальное стекло такое. Так, тортик. Фига, я тут пирушку устроил в честь победы над Мангл. Типа, облоб можно было смять. У меня еще масло есть, очень много масла. Из масла можно сделать домик. Опа. Идеальный шалашик. Так, подожди. Нам нужно еще масло. Нет, не ломай, только не ломай. Сейчас будем делать шалашик. Стойте. Подождите. Они хотят стоять. Да вы прикалываетесь. Да подождите, хочу домик. Во, во, почти получилось. Я хочу, чтобы они взяли и встали. Они хотят вставать. Все, херам. Да, я съел все масло. Я победитель по жизни. И мы идем в меню. Так. О, черт, что так пугаешь-то внезапно? Его не было раньше здесь. Когда вышел из меню, его реально не было. Он все еще за мной наблюдает. Так, друзья, ну что, давайте-ка мы на этом моменте серию закончим. Я тебя тоже вижу, плюш-трап. Да по какой плюш-трап, боже, я их... Глич-трап. Я их путаю частенько, название. В общем, друзья, ждите в следующем видео. Я не знаю, когда оно выйдет, когда я его сниму. Я не так часто снимаю FNAF VR, вы знаете. В общем, ждите, будет у нас финальное испытание против Эннерда. А дальше, возможно, мы разблокируем тот секретный режим. Какие-то ночные ужасы или ночные кошмары он называется. В общем, все это будет в следующей 21 серии. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале Нептуна. А также смотрите разные другие FNAF-пародии. Желаю всем, друзья, добра, позитива и хорошего настроения. Всем пока-пока!